Эффективность работы и внедрение новых профилактических программ по борьбе с наркоманией среди несовершеннолетних обсудили на заседании антинаркотической комиссии. Одна из них, «Здоровая молодежь. Общее дело», активно реализуется в городском округе Серпухов. Педагоги, в том числе и социальные, а также классные руководители в общеобразовательных учреждениях обучаются по специальным методикам. С 1 января 2019 года в образовательных учреждениях для педагогов были представлены, проведены просмотры, обсуждения, разбор и, соответственно, методика использования данных пособий по таким темам. Секреты манипуляции алкоголь, секреты манипуляции табак, день рождения, история одного обмана, наркотики, секреты манипуляции. Обучаться новым профилактическим программам и методикам будут волонтеры и добровольцы. Кроме того, программу «Здоровая молодежь. Общее дело» планируется внедрить в образовательный процесс на постоянной основе. Для школьников будут проводиться специальные интерактивные занятия по развитию личности. На заседании комиссии также обсудили работу по выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.